Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6,5 мешков. Ну, это в среднем 90, где-то около 100 килограмм. Это, ну, на сегодня. На сегодня и наполовину с завтрашнего дня. Алло, ну, в общем, в приюте кормов осталось 6,5 мешков. Поэтому, не знаю, так, что дальше как бы делать будем. Никак не получится, да, помочь, оказать помощь какую-то приюту. Потому что совсем... Ты такая красивая собачка. Нашему зданию более 200 лет. Оно заложено в 1830 году. И в этом здании разводили тракенинских лошадей для королевы Луизы. В таком здании, конечно, сложнее, потому что восстановить гораздо дороже, чем построить новое. Потому что все, что, как, ну, то есть, стоят проблемы там укрепления стен, потому что они все на известке как бы скреплены. У здания нет фундамента, потому что это валуны наложены друг на друга. Конечно, мы хотим от этого уйти, но пока, к сожалению, просто не имеем таких средств для того, чтобы как бы от этого отстраниться. И клетки позволяют вместить много животных.